людей, как то, что я сдаюсь. Не вывожу. Могу работать 24 на 7. Разогнаться просто до космических скоростей, но тело не готово разгоняться. Впервые такое почувствовала. Чувствую, что у меня прям резко начинается пульс. Ну, то есть настолько сильный пульс, что ты просто руку прислоняешь и тут. Начала делать, и мне нужно срочно его завершить. Делаю. Я вот пока сегодня не доделала, не поела. А поела по итогу в 4 часа дня. Понимаете? Типа я проснулась в 8 и поела в 4 часа дня. 4 серии дневника с одной и той же повесткой. 4 недели кричали: хватит пахать как конь. И моему уму кажется, что если мы будем сильно трудиться, то мы точно достигнем результатов. Но это не работает так. И так странно, что я в эту ловушку попадаю до сих пор, зная все эти ходочки, почему-то я становлюсь на те же рельсы. Вот этой вот переработки, когда ты много делаешь и офигеваешь, почему-то кто-то мне сказал, что если я буду много трудиться, кто же этот человек? Зачем я это приняла вообще? Почему я решила, что это нормально? Я продолжала, будто бы от моих действий зависит судьба всего мира. Вот это настоящий эгоизм. Игнорировать сигналы своего тела. Баланс нужен. Чтобы реализовать себя, нужно много трудиться. Нет. Просто делать по чуть-чуть каждый день, кайфовать. Потому что если ты не кайфуешь, недоволен, тебе надо больше. Сколько установок, которые говорят, что надо много трудиться. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Ты что, тунеядка и бездельница? И думать, что если я расслаблюсь, сделаю что-то не так, то мир перестанет существовать. Но нет, это иллюзия. Ничего кардинально не поменяется. Если ты плывешь против течения, то ты просто теряешь больше энергии. Но когда силы исчахнут, ты поплывешь в течение, дашься непреодолимой силе жизни. Придумать себе царя в голове можно легко. Можно даже себя царем возвеличить, но на этой планете царствует энергия жизни. И все, и все, что идет против, рано или поздно получают люлей. Вот и я получила. Как вы думаете, что? Правильно, люлей. Все негармоничное, страшное, бесчестное, несправедливое рано или поздно получит обратную реакцию. Не всегда это моментально, а точнее, никогда это не моментально, но люли точно придут. Более того, посмотрите вокруг, все, что вы видите, это и есть люли, скажем, последствия за содеянное. Все имеет последствия, даже вдох, ибо это циркуляция энергии, за вдохом следует выдох. Вы не можете держать кислород и не выпускать. Это энергия жизни. Вдох энергии входит внутрь, выдох наружу, от периферии к центру, от центра к периферии, так бесконечно. И в действиях то же самое. Ваше любое действие, даже незначительное, несет одинаковую ценность. Да именно одинаковую ценность. Это ум надумывает важность происходящему. Но само происходящее, не важно, что вы делаете. Не важно, правда, не важно. Важно, как вы делаете это. Это перетекание энергии из состояния в состояние неизменно одинаково важно и одинаково несет последствия. То есть ценность одинаковая у того человека, кто делает операцию на сердце, или у того человека, кто продает жвачку, они одинаково важные, ценные делают. Одинаково ценность, понимаете? Остальное, что мы додумываем, насколько это важно, это уже от ума идет. А само действие, оно одинаковую ценность несет. Главное то, как вы это делаете, как вы это проживаете относительно себя, что вы чувствуете в этом моменте. А чувствовать можно, продавая жвачку в супермаркете, без себя классно и не классно. И делая операцию классно и не классно. Бывают моменты, когда я нахожусь на таком доверии, в потоке, в любви. Никакая установка вообще даже просочиться в это состояние не может. Но каким-то образом в другой момент я оказываюсь в совершенно противоположной стороне, где ты настолько напрягаешься, что у тебя аж сердце колотится. Баланс нужен. Я плачу,
Здесь находится Шейн Коворкинг. Просто моя малышка. Вновь что-то. Энергия, которая проявилась в материальном, чтобы ее как-то использовали. Ну, материя все-таки. Вот и я стою сутками, умничаю.